Друзья, всем привет! Меня зовут Никита. Сегодня мы будем готовить французский салат с камамбером. Для начала возьмем нектарины и порежем их на 4 части. А сладкий перец нарезаем тонкой соломкой. Сбрызгиваем уксусом. Добавляем соль и перец. Теперь приготовим заправку для салата. Для этого смешаем горчицу, оливковое масло и мед. Добавляем заправку в салат и перемешиваем. Подогреваем сыр камамбер в микроволновой печи примерно 15-20 секунд. В центр блюда выкладываем сыр, к краям выкладываем салат и свежие листья шпината. Осталось поперчить. Блюдо готово, приятного аппетита! Еще больше интересных предложений и рецептов вы можете найти в мобильном приложении «Мой Спар».